есть отрезок длиной 10 сантиметров. На этом отрезке неизвестно, где расположена точка С. Середину отрезка АС и середину отрезка БС мы соединяем и задаем простой вопрос. Чему равна длина отрезка МН, если, повторяю, М – это середина отрезка АС, а М – это середина отрезка БС. Найти длину отрезка... Так, я сказал это, но забыл написать. Длина отрезка АБ всего большого нам известна. 10 сантиметров. В какой-то момент на лечении геометрии вот эти сантиметры перестают писать, но считается, что есть какая-то единица длины, но пока еще не сюда. А можно предположить то, что АС это 4 сантиметра. Отлично. Нарисуем конкретный пример. Действительно, почему бы нам не взять и не посмотреть? Советую вам на клетчатой бумаге прямо так и сделать. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 клеточек отложу. А здесь я отложу 4 клеточки. Здесь, извините, здесь точка B, здесь точка C, а здесь эти самые наши точки M и N. Сколько здесь будет? Можно? Можно, да. Можно? Не надо, говорите ответ. Два сантиметра. А здесь? А здесь, примерно 6 сантиметров. Чего примерно? Если сантиметров было 10, то станет ровно 6. 6 сантиметров. Да? Это то, что СВ. Да. И получается 3 сантиметра. Отлично. И 3 плюс 2 получается 5. Молодец. Здесь получился ответ 5. Маленькая проблема. Это только конкретная картина. Мы взяли отрезок АС длиной 4 и получили отрезок МН длиной 5. Пожалуйста, поэкспериментируйте. Почему? Ну, потому что хоть даже если будет между АС будет 2 сантиметра, пополам 8 будет 4, а да, пополам 2, пополам... Опять это только численный пример. Ребята, проблема. Конечно, вы можете нарисовать еще картинку, но общее рассуждение, да. Я понял, что каждое число делится на 2, значит, нужно 10 разделить на 2, все равно получится 5. 10 разделить на 2, потому что все равно каждое отрезок нужно быть АС и АС и СВ, все равно нужно будет делить каждое на 2. И потом складывать. Не проще ли просто 10 разделить на 2? Если все равно все будет делиться на 2. Если хорошее. У вас есть вариант, когда не 5? Да. Это очень интересно. Давайте. 3 и 7. То есть вы хотите, чтобы я взял тот самый отрезок длины 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Да? И теперь здесь взял точку С на расстоянии. Вы об этом говорите? Отлично. Тогда здесь у нас будет 1,5. А здесь будет... Сколько 7 пополам? 3,5. Сколько? 3,5. 3,5. 1,5 плюс 3,5 будет? 5. Все нормально. Да, что? Два года назад я так получилось, ехал в поезде. Ну, на самом деле я и после этого ездил в поездах, и до этого, но в том поезде, в котором я ехал, было такое устройство. Сидячие места. Поскольку весь путь занимал всего 2 часа 20 минут, то, естественно, спать там не надо было. И
два места с одной стороны, два места смотрят на них, а между ними стол. Стол был примерно вот такой же ширины. Здесь, то есть, повторяю, места для сидения, и там тоже места для сидения. Когда мы вошли в вагон, нам показалось, что это довольно тесно. Потому что, ну как, что называется, стол именно так, что за ним удобно сидеть. То есть, когда сидишь, то получается вот фактически так же, как я сижу сейчас. Ну и как-то непонятно, собственно, что всю дорогу это будет... Нет, конечно, если собираешься писать или там с компьютером работать, это очень удобно. А если собираешься просто ничего не делать, то как-то странно мешается. И вдруг мы увидели, что умные железнодорожники сделали следующее. Оказывается, это был не сплошной стол. Были такие петельки, и можно свою часть стола, вот эту, которая близко, отбросить, вот так вверх, она поворачивалась на 180 градусов, положить сюда. И точно так же тот человек мог свою часть, то есть на самом деле все было разделено. Четвертинка, половина и четвертинка. И, соответственно, я мог свою четвертинку сюда, и тот человек мог свою четвертинку сюда. Поняли идею? Очень удобно. Замечательный стол. Так вот, господа, представьте себе следующее. Мы берем и вот этот вот отрезок поворачиваем на 180 градусов. Кстати, не обязательно, когда он равен двум. В общем случае точно так же. Вот берем этот отрезок и поворачиваем его сюда. Тогда он в точности ляжет сюда. И здесь то же самое. Берем вот этот отрезок, поворачиваем сюда. Тогда он ляжет сюда. Все поняли? В результате отрезок будет покрыт в два слоя. Ну, для тех, кто не хочет рассуждать про эти слои, давайте я так объясню. Я просто сейчас введу обозначение. И, наверное, с обозначениями все будет проще. То есть, смотрите, есть наш отрезок. А дальше, до точки М, эту величину обозначим какой-нибудь буквой. Например, буквой X. Дальше, здесь у меня точка C. Вот этот отрезочек тоже длины X. Здесь у меня середина. Это пусть будет Y. И это пусть будет тоже Y. Здесь точка N, а здесь точка B. Да, кстати, ребята, в геометрии, для того, чтобы не путаться, есть такое обычай. Точки обычно обозначают большими буквами. Вот B, N. Длины отрезков обычно обозначают маленькими буквами. А вот интересный вопрос. Как обозначают величины углов? Знаете ли это? Величины углов принято обозначать греческими буквами. Есть такой замечательный греческий алфавит. Последняя буква в нем омега. Да? Величины углов принято обозначать греческими буквами. В принципе, можно было бы любыми, чтобы не путаться и не складывать, я не знаю, там, градусы с квадратными сантиметрами, принята вот такая система обозначения. Так вот, давайте запишем, что нам дано задача, а что нам нужно доказать. Дано отрезок длиной 10 сантиметров. То есть x плюс y плюс y это 10. Ну замечательно. 2x плюс 2y это 10. Ну вот, собственно, все. Собственно говоря, все. X плюс Y это 5. Поняли? Да. Я предположила, что можно этот вот сам отрезок, да, который равен у нас 10 сантиметров. Да. Что будет А и С равно 5 сантиметров, и С и В тоже будет 5 сантиметров. Тогда мы вот этот отрезок разделим на 2. То же самое мы тут делаем. Получится 2,5 сантиметра. И вот это. И тоже, если это все сложить, получится 5 сантиметров. Я считаю, что эту задачу мы решили, причем даже как-то по-разному объяснять, правда?